В Заводском пьяный мопедист угробил пассажирку. На место трагедии съезжаются сотрудники правоохранительных органов для выяснения подробностей трагедии. И выяснить удалось следующее. Участники трагедии были знакомы буквально несколько дней и весело проводили время. Этот день они начали с распития алкоголя и решили поколесить на мопеде по родному поселку. На подъезде к бетонному заводу дежурившие сотрудники дорожно-патрульной службы обратили внимание на водителя мопеда «Сузуки», который ехал без госномеров, и решили проверить у него документы. Подпитый гонщик, поняв, что заметившая его патрульная машина уже едет следом, решил уйти от погони через поля. Только вот погоня длилась недолго. Водитель мопеда не заметил канаву среди зарослей и влетел в нее на полном ходу. В результате горе-мопедист отделался только царапинами, а вот его пассажирке не повезло. Она получила черепно-мозговую травму и скончалась на месте, оставив без матери трех несовершеннолетних детей. Много морали можно вынести из этой трагедии, но как минимум два пункта стоят во главе угла. Во-первых, никогда не садитесь за руль транспортного средства пьяными, а во-вторых, в преддверии скорого открытия байкерского сезона хотелось бы еще раз посоветовать водителям двухколесных транспортных средств не пренебрегать такой полезной вещью, как шлем.